як тобі? Як сподобалось?» «Прекрасно, прекрасно! Але якщо ви могли би перетворитися на якого більш незвичайного персонажа?» «Ну це я можу!» Суд є грош. Или, как говорит Клара, «дюсгальтер». Невежественные люди часто называют меня вульгарным словом «лифчик». Но, вы понимаете, главное же не как называют. Главное, как относятся. И потом здесь не мой родной Алансон. Да, и все-таки, как горько, как больно любить одну женщину, а принадлежать другой. Вот послушайте драму всей моей жизни. Позабыт, позаброшен на левом окне. Я валяюсь от светских утех в стороне. О, найди меня, добрая тень, найди и пригрей на своей величавой груди. Алансонского кружева тонкий узор не касался фигуры твоей до сих пор. Но под платьем служанки столь многое есть, чтоб поддерживать нежно почту я за честь. Все прекрасно в тебе, а Федрон твой не лик. Был я тощей хозяйке, безмерно велик, но всегда и во всем баронесса лгала, были лживы слова и поддельные дела. С лицемерной улыбкой входила в салон, и бездушный меня наполнял поролон. Но наконец я нашел мой любимый размер, тот, который воспел бы, наверное, Гомер. Ведь великий слепец мир не мерил на глаз, а на ощупь ты, Феня, как раз в самый раз. Так найди меня, добрая Феня, найди и пригрей на своей необъятной.